Я буду править миром. Александра, тебя так долго не было. Как ты? Тебя два дня не было, рассказывай. Ну как? Неужели султан тебя не прогнал? А подарки подарил? Александра, давай, ну пожалуйста, Саша, расскажи. Ну, Александра. Александры больше нет. Александры тут нет. Отныне я Хюррем, запомните. Хюррем. Ясно? Это с чего же? Ангелы с небес спустились и сказали. Султан Сулейман ночью на ушко сказал. Хюррем, Хюррем, Хюррем сказал. Александра умерла. Хюррем живет. Сын Бюляга пришел. Он просит его принять. Ты задержался, Сумбюляга. Я жду тебя с самого утра. Говори, что ответил главный астролог на мой вопрос. Валиде, султан, он поручил передать не на словах, а записать. Я слушаю. А взошедшем на престол в 10 веке по хиджре, 10 падишахе, султане Сулеймане Хане оповещаем, что у нас на ногах и руках по 10 пальцев. Что священная книга с 10 главами была передана пророку на 10-й месяц. Что 10 заповедей в Ветхом Завете, а у пророка было 10 верных учеников, распространивших ислам. Что наш 10-й падишах без ошибки занимает свое место и является халифом, ниспосланным на землю Аллахом. Мечеть Айя-Софья. Что он станет властителем всех земель, тех, где встает солнце, и тех, где садится. Что этот великий человек, рождающийся раз в столетие, будет обладать такой силой и властью, которые не вместят ни море, ни суша. Скрытничай! Расскажи мне, что было. Он очень красивый. И очень сильный. Что же ты делала две ночи? Поверь, будет не одна ночь. Будет еще тысячи ночей. А ты опасна, тебя следует бояться. Ты меня любишь, правда, Хюррем? Против меня не пойдешь? Собери свои вещи, Александра. Будешь жить отдельно. У тебя будет своя комната, Александра. Мое имя Хюррем. Я не Александра. Султан ее так назвал. Русская рабыня и нам приказала. Вот и запомните, будем называть ее Хюррем. Хюррем не русская рабыня, отныне она наложница-фаворитка. Прошу вас доехать вон. Хюррем? Да, султан ей имя выбрал. Будете звать меня Хюррем, сказала. Александра умерла, Хюррем живет. Хюррем. Змея Хюррем. Гадюка. Постарайся вести себя сдержанно. Конечно, очень важно получить комнату в свое владение. Но если хочешь в ней подольше остаться, то будь умнее. Здесь немало конкуренток. Они любят устраивать ловушки. Будь начеку. Не ссорься с ними. О, кому я это говорю? Ничего не слышишь. Ну, довольно, хватит играть. Давай танцевать! Хюррем! Хюррем!
сюда, здесь весело, иди. Вон стоит и смотрит своими змеиными глазами, словно хозяйка. На этаж для фавориток поселили Хюрем Хатун. Пригласи ее сюда. Но, госпожа, ведь Валиде-Султан тут. Может, она против? Вздумала меня учить, Гюльшах, ты в своем уме? А ну, быстро иди за ней. Александра. Ты понимаешь, чем надо завлекать? Хюрем. Что ты сказала? Меня звать Хюрем. Александра нет. Султан Сулейман выбрать имя. Не смей дерзить мне, Александра. Это ты не смей дерзить. А ну, увести. Бросьте в темницу эту дрянь. Не желаю ее видеть. Оставьте меня. Оставьте! Я Хюрем! Хюрем! Запри ее. Может, образумится. Вернитесь!
Не бояться. Не бояться. Меня зовут Хюрем. Я Хюрем!